чем вы говорили? Привет, друзья, привет с Вьетнама. Сегодня ко мне пришел гость. Очень говорит хорошо по-русски. Нормально, не учит. Нормально. Он ко мне сейчас пришел и говорит: Юля, кафе есть? А мне слышится ковид. Я говорю: ковид, ковид есть. Кофе, да. А я говорю: у меня и ковид есть, и кафе есть, и все есть. Все есть. Деньги тоже есть. Денег мало. Мало? Да. Нет, вот. Но я думаю, что в русском языке слово «деньги» нет, только много число, много число. Деньги. Деньги, множественное число. Поэтому денег. У тебя это много. Денег мало. Нет, мало нет. Много. Ну, но не так много. Представься, как тебя зовут? А? Меня зовут Нюэн. Заводин Маковский государственный университет. Маковский государственный педагогический университет. Университет. Закончил Московский педагогический, да? Закончил Маковский государственный педагогический институт. Институт, вот. МГПИ. Теперь называется Маковский государственный педагогический университет. Теперь называется по-другому. По-другому. Ага. Но все равно люди одинаковые. Такое же люди. Люди одинаковые, название разное, другое уже. Да? Ага. А где ты работаешь? Я все время забываю, в газете, в редакции ты работаешь? Нет, я раньше работал в... Академия. Вьетнамская академия? Государственная академия. Социальная академия. Да? Но я уже на пенсии давно. На пенсии я вернулся в Вин, живу. Мне интереснее, чем Ханой. Ханой мне тоже не нравится. Ханой, оцепленный. Много людей. Ханой много людей, и нам не нравится. Да, людей слишком много. Нам нравится город Вин. Да, вот, Вин нравится. Как и Вологда, да? Вологда у вас. Как Вологда у нас. Вологда. Небольшой город. Небольшой. Люди добрые. Симпатичный. Да. Да. Мало преступности, да? Да. Как и Юля. Холодно тебе? Нет. Вот, смотрите, шапку одел. У меня вот простуда вскочила, видишь? Да. Холодно. Нет, у нас не очень холодно, но климат жесткий. Климат сухой. У нас... перепады климата, то жарко, да, то резко холодно, да. Вот мы можем сегодня ходить в куртке, а завтра можем одеть футболку, правильно? Да, добро. Можно в шортах ходить. У нас... молодец. Да? Я не представляю, ты как умный, как умница. Молодец. Надо сама ютубер, сама делала. Да? И сама выпускала, сама делала, переводчик. А, перевод. Да. Ну, это самое главное, ты можешь делать подзаголовка. Заголовка. Это слово как трудно. Ну, я уже много по-вьетнамски пишу. Молодец. И знаешь чего? Мне говорят, что у меня очень сильный вьетнамский акцент. Да. Очень сильный, потому что меня в России, например, смотрят и не понимают, откуда у меня такой акцент. Вот. Да. Понимаешь? Я думаю, скоро ты... Настоящая уже вьетнамка. Ходит в вьетнамское общество. Как это? Общество. Общество, конечно, но как... по-русски говорит, хой-дом нянзен по-русски говорит. Комитет, национальный комитет. Меня уже в комитет примут, да? Вот она там выходит, чтобы помогать Винчкина.
Рад, что вы выиграли. Я у вас и так в комитете уже давно. Да? Да. Вы наш дружба уже где-то 7 лет, 7 лет, 10 лет. Помни, когда ты работала на кафе, это... Гвинтайхап. Гвинтайхап, это мое первое кафе. Вот и я первый раз видел тебя там. И мы познакомились. Вот так, мы познакомились, это Новый год. Это Новый год. Новый год. 13-м году. В 13-м году мы познакомились. Первое кафе у меня было открыто. Мы справляли Новый год. Русские один раз собирались, много людей. Это здорово, да, как здорово. Делали шашлыки. Как здорово тогда. Напились. О, помни, один человек, там были там. Это называется Гвен Тай. Я тут забыл Гвен Тай. Он тогда был заместитель. Одна палата. Он... После этого он попал... Он попал, у нас было наводнение, да? Да, наводнение. Во Вьетнаме, и он погиб. Погиб, да? В машине прямо, да? Погиб, да, в машине. Да, очень такой веселый был человек. Вот, вот. Да? Правильно? Такая у нас утрата была. Так, я не помню, как он. Ну ладно. Ну ладно. Ну ничего. Ничего. Главное, мы помним его. Но имя я так не помню. Никак не мог называть. Зато ты помнишь меня, да? Конечно. Никак не забуду. Юля. Юля. Ну ладно. Ну ладно. Интересно. Давайте. Всем пока-пока. Это была рубрика с Вьетнама. Утренняя рубрика с Вьетнама, да? С нашего кафе. Всем счастливо. Привет за один хороший день. Хотя сегодня дождь идет, но настроение у нас хорошее. Да, настроение самое хорошее, настроение. Потому что скоро Рождество и Новый год. Вот. Скоро Новый год. Да. Я думаю, что мы будем еще повторять отмечать, да? Как это 7 лет назад? Как это повторить такую ситуацию? Да, можно собраться просто в ресторане какой-нибудь. И я думаю, нет ресторана. У вас есть кафе. Как это? Мне как трудно делать одно. Ты очень трудно. Мы помогаем. Мы помогаем еще один. Вот так мы собираем. Все говорящие русский язык. Русскоговорящие. Как русские говорят. Как короче. Всем счастливо, всем пока. Вот, всем спасибо, всем всего доброго.